Павел Свистак с 2015 года руководил компанией по вывозу и утилизации отходов «Геракл». Дважды был кандидатом на пост главы города в 2018 и 2021 годах. Последние месяцы возглавлял муниципальное предприятие «Горводоканал». Павла Яношевича я пригласила с Нового года на должность первого заместителя. Он действительно, он крепкий юрист, он хозяйственник, он был руководителем коммерческой организации, сейчас он был руководителем муниципального предприятия. У меня к нему никаких претензий нет, замечаний нет, то есть я считаю, что Павел Яношевич усилит мою команду. В предстоящие месяцы новому заместителю главы поручено вплотную заняться окончанием всех работ по новой школе в Южном микрорайоне для того, чтобы открыть ее к 1 сентября 2022 года. Что касается кресла руководителя «Горводоканала», который оставил Свистак, оно пустовать не будет. Известно, что новый директор уже принимает дела, имя его пока не называется.